решении есть небольшая ошибка, мы с Валентиной Павловной эту правку обнаружили. Сейчас объектов громадского харчевания как такого нет. Есть ресторан. Ресторана... Заклад ресторанного господарства. И там третий пункт по поводу Людмилы Владимировны, что мы говорили, изготовление этих правок. Да, то есть тут, если там можно, правку нужно сделать. Сделать правку, что это не громадское. А сейчас просто по закону убрали слово громадское. Заменить правку відповідно законодавства. Відповідно законодавства и надати дозвіл на розміщення цього об'єкту в цьому нашому. Так, Людмила Павловна? Так. Нема запитання? Все, будь ласка. Все, так. Прошу. Прошу.